Детям вход на пляж воспрещен. Серьезно? Все это врешь! Поймал, поймал! А, пусти, только не это! Мы всегда будем вместе. Ничто не сможет нас разлучить. Мы уже приехали. Вы говорили 5 минут. 5 минут было 5 минут назад. Мы уже на месте. Нам некуда торопиться. Ого, сама не верю, что нашла это место в интернете. Похоже, не только ты его нашла. Кто мог все это здесь оставить? Из отеля! Уже проржавело. Что у них там? Дети нашли какие-то вещи в песке. Тони спрятался, я не виновата. Что с ней случилось, мам? Не знаю. Что за чертовщина? Тело разложилось до костей. Сколько времени на это требуется? 7 лет. Она же только что утонула. Стоп. Где дети? Рад! Кара! Где вы? Вы не видели моих детей? Мам! Я здесь! Мам! Пап, ты чего на меня так смотришь? Что с нами происходит? Моей дочке исполнилось 6 2 недели назад. Мам! Что бы это ни было, все происходит очень быстро. У тебя появились морщины. Что-то не так с этим пляжем. Как такое возможно? Мам! 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 Мне страшно! Нужно придумать, как выбраться с этого пляжа. Люди теряют сознание, пытаясь пройти этим путем. Если она доберется до выступа, у нее будет шанс. Она замерла? Она замерла! Кара, очнись! Очнись! Нет! Они знают, что творит это место. Я ничего не знаю! Ты лжешь! Смотри, что это? Послание. Пустите! Мы всегда будем вместе. Ничто не разлучит нас. О нет. Мы здесь не случайно. Время.